Ja, Moment. Ja, guten Tag, meine Damen und Herren, liebe Freunde. Добрый день, Einige рад всех Gesichter. приветствовать, дамы и господа, дорогие друзья. Einige Gesichter kenne ich ja auch von meinen Besuchen in Krasnogorsk oder in Некоторые Moskau. лица мне знакомы по моим визитам в Москву, в Красногорск. Und ich werde jetzt in einem Schnellkurs Deutschland vorstellen. И сейчас я хотел бы в таком быстром курсе ознакомительном представить вам Германию. Nächste Folie. Следующий слайд. Ja, diese Folie. Genau. Ich war etwa 20 Mal mit dem Flugzeug in Moskau. Ich bin meistens von München aus geflogen, 3 Stunden Flugzeit. Я уже больше 20 раз прилетала из Москвы, из Германии в Москву, из Мюнхена. Сейчас, секунду, я подключаю новых участников, опоздавших. Так. Да, извините, пожалуйста. Es gehen jeden Tag von München, Frankfurt oder Düsseldorf, Berlin jetzt auch 2 oder 3 Flugzeuge nach Moskau und zurück. И, в принципе, сообщение между нашими городами очень хорошее. Каждый день несколько самолетов летит или из Франкфурта, или из Берлина, или из Гамбурга, или Мюнхена в Россию и обратно. Im Vergleich zu, wenn ihr auf die linke Karte oben schaut, werdet ihr feststellen, Deutschland ist im Vergleich zu Russland winzig klein. Если вы посмотрите на карту слева, то вы увидите, что в сравнении с Россией Германия кажется очень маленькой по размеру. In Deutschland leben etwa 82 Millionen Einwohner, in Russland ja, fast doppelt so viele, 144 Millionen. В Германии проживают 82 миллиона жителей. Если сравнивать с Россией, это почти в 2 раза меньше. То есть в России почти 150 миллионов жителей проживает в настоящий момент. Heißt, in Russland leben im Schnitt nur 8 Menschen pro Quadratkilometer, in Deutschland 230. Но интересно еще сравнить, насколько густо населена та или наша страна, да? То есть в Германии на квадратный километр проживает 231 житель, а в России только 8 жителей на квадратный километр. Wir schauen jetzt auf die rechte Karte. А теперь посмотрите, пожалуйста, на правую карту. Die wichtigsten Städte habe ich euch angezeigt. Das ist einmal im Norden Hamburg, Я dann самые главные города обозначил, самые важные города для Германии на карте. Берлин. Берлин, Гамбург, северной части Германии. Wenn wir weiter in den Süden gehen, kommen viele Mittelgebirge, etwa wie der Ural. Und dann kommen wir nach Frankfurt. Если мы будем с севера к югу дальше двигаться по территории Германии, то там у нас горы средней величины, можно, наверное, сравнить с уральскими, горными массивами. И дальше мы в южной части уже приходим, к Франкфурту, Хёхштадту. Это, собственно, город, из которого Клаус и наш город-побратим для Красногорска, и Мюнхен, самый южный. Okay, du hast auch mal Höchstadt gerade erklärt. Dann im Süden kommen wir nach München. Да, я как раз уже упомянула о Хехштадте, Клаус понял из моего перевода, и самой южной части уже Мюнхен. Die Länge von Deutschland, von Norden, von der Grenze nach Dänemark bis zur Grenze nach Österreich, ist etwa 800 Kilometer. Примерно протяженность Германии до Австрии, если смотреть, Клаус, 1800 квадрат-километр, я? Acht, nein, acht, nein, 800 Kilometer Entfernung. 800 километров протяженность квадратных, да, 800 квадратных километров. Nichts Quadratmeter, nein, Kilometer Entfernung, Distanz.
Хорошо, да, Клаус меня поправляет. Я параллельно нажимаю опоздавшим принять участие. Мне очень сложно поэтому переводить. Извините, ошиблась. 800 не квадратных, а просто километров. Уважаемые опоздавшие и вновь прибывшие, пожалуйста, выключите камеру, потому что идет запись нашей лекции, чтобы вы потом не Also попали на YouTube. Für russische Bürger ein wirklich kleiner Staat. То есть если сравнивать с позицией, наверное, жителя России, да, такой гигантской страны, то, наверное, Германия кажется небольшой страной. Okay, next folie. Переходим к следующему слайду. Klaus? Ich kann nicht sehen. Die nächste Folie habe ich nicht auf dem Bildschirm, aber egal, ich habe Ihren Moment, ich Ausdruck. mache das auch noch einmal. Moment. Так, technische Störungen, возможно, технические сложности. Сейчас видно Jetzt всем? Kommt die nächste. Jetzt ist die nächste Folie da. Ja. Теперь следующий слайд видно, хорошо. Ich möchte etwas über die Geschichte von Germanien oder Deutschland erzählen. Хотел бы коротко рассказать о истории Германии и вообще германцев, немцев. Meine Vorfahren haben keine Pyramiden gebaut wie in Ägypten. Никакие пирамиды, конечно, как в Египте немцы не строили, мои предки. Sondern es waren wilde Stämme gewesen, die in den Wäldern hier gelebt haben. Und ja. Это были дикие племена, которые жили в лесах. Ganz wichtig war der Einfluss der Menschen, die südlich des Alpengebirges gelebt haben, die Römer. Sie haben очень важное влияние на развитие германской нации, можно сказать, оказала Римская империя. Южнее от Альп находилась как раз в тот момент Великая Римская империя. И очень сильно повлияло на культуру германских народов. Sie haben den Süden und den Westen von Germanien besetzt. Они захватили южную часть и западную часть Германии. Ну, не Германии тогда, просто там германские племена жили. Da die Germanen in den Wäldern das nicht gerne gesehen haben, haben sie immer wieder Angriffe gestartet gegen die Römer. Und die Römer haben sich durch eine ganz lange Mauer, durch den Limes oder Zaun, ganz langen Zaun, durch den Limes gewehrt dagegen. Германские племена регулярно нападали на территории Римской империи, поэтому, чтобы оградить себя от этих дикарей и в лесах, был построен так называемый лимес. Вы видите на фотографии слева еще остатки той длинной огромной стены, которая разделяла территорию. Irgendwann hatten die Römer die Nase voll und haben sich über die Alpen zurückgezogen. Ну, в какой-то момент уже римляне надоели все эти схватки с дикими племенами, и они через Альпы ушли назад. Und die alten Germanen bauten viele Burgen. И альпийские германские племена стали строить крепости. Nächste Folie, bitte. Следующий слайд. Nächste, jetzt, ja, sie kommt langsam bei mir an. Ja, und wir befinden uns dann im Mittelalter. И вот сейчас das мы с вами, можно сказать, находимся в Средневековье. Es gab viele Räuber und Verbrecher und Kriminelle und die kleinen Städte, also auch meine Heimatstadt Höchstadt, sie haben sich durch Stadtmauern und Burgen gegen die Diebe und Räuber gewehrt. Да, и было очень много преступности, были грабители, то есть такое дикое время достаточно. И мои предки, также в Хёхштадте это было, в средние века очень много строили крепостей, очень было много стен защитных от всех этих разбойников. Die obere Stadt, die abgebildet ist, nennt sich Rothenburg.
Sie ist ganz in der Nähe von Höchstadt. На верхней фотографии вы можете видеть город Ротенбург на Таубе. Он достаточно недалеко от Хёкштадта находится известный средневековый город. Man kann dort noch auf der alten mittelalterlichen Befestigungsmauer herumgehen wie ein Ritter und sehen, wie damals Rotenburg verteidigt wurde. Стена защитная, например, в Ротенбурге очень сейчас в хорошем состоянии, отреставрирована. Можно как рыцарь практически пройти по периметру всей этой стены, увидеть своими глазами, как же в Средневековье оборонялись. Im unteren Teil seht ihr eine Ansicht von Nürnberg, die Burg von Nürnberg in der Mitte. На фотографии внизу вы видите, как выглядит современный город Нюрнберг и в центре крепость города Нюрнберга. Fast alle Häuser waren im Krieg zerstört worden und dieses Bild, was ihr seht, ist ein Wiederaufbau. Но стоит, конечно, заметить, что вот эти средневековые замки и фотографии, которые вы сейчас видите, это не совсем стопроцентно исторические здания. То есть во время войны очень многие дома были разрушены, и это все восстановленные крепости и дома. Auf dem unteren Bild, also im Nürnberg-Bild, seht ihr rechts ein großes Gebäude mit einem großen Dach zwischen zwei Türmen. На фотографии внизу вы видите справа достаточно большое крупное здание с крышей и две башенки с двух сторон. Einige der Zuschauer haben dort schon übernachtet, als sie mit Elena und ihrem Deutschkurs hier in Nürnberg und Höchstadt gewesen sind. Клаус обращает наше внимание на это здание, потому что именно в этом здании, историческом здании, сейчас находится молодежный отель, в котором пару лет назад мы жили с группой учащихся, которые у нас в клубе учат немецкий язык. Мы ездили как раз в Нюрнберг, вот это здание. Раньше это было здание на крепости. После... Да, Клаус? Glaube, ihr könnt euch noch gut erinnern. Да, мы, конечно, помним. Клаус спрашивает, вы, наверное, помните? Конечно, помним. Было отличное путешествие. Nächste Folie, bitte. Да, ich habe ich gezeigt schon. Ja, kommt bei mir aber noch nicht. Okay, auf der nächsten. Ja, jetzt habe ich sie hier in Deutschland. Das nächste Bild zeigt euch rechts die Burg Neuschwanstein. Das, sie ist, glaube ich, in jedem russischen Buch über Deutschland abgebildet. Справа видите фотографию крепости Нойшванштайн, и Клаусу кажется, что эту фотографию можно найти практически в любой книге русской о Германии. Sie wurde unter dem König Ludwig II., ein bayerischer König, gebaut. Эта крепость была построена при баварском короле Людвиге II. Der Bau der Burg war sehr teuer und der König war danach insolvent oder ist in Konkurs gegangen. Строительство этого здания стоило огромную сумму денег, что подорвало, в общем, доверие и уважение к королю его подчиненных. Er wollte noch weitere solche Burgen bauen, dann hat aber seine Regierung ihn für verrückt erklärt und er musste abdanken. Он, более того, он хотел построить еще похожие крепости, но его правительство объявило его сумасшедшим, вот, и на этом закончилось его правление. Heute haben die bayerischen Bürger einen großen Vorteil. Diese Burg gehört der bayerischen Regierung und sie nehmen sehr viel Geld von den Touristen für den Haushalt, das heißt für die Gymnasien, für die Schulen ein. Но в настоящее время правительство Баварии, наоборот, очень хорошо зарабатывает благодаря этой крепости. Крепость сейчас принадлежит правительству Баварии, федеральной земли, одной из федеральных земель Германии. И благодаря огромному потоку туристов, финансовым потокам, которые они приносят в бюджет Баварии благодаря этой крепости, финансируется очень много проектов, в частности, в школах Баварии. Okay, nächste Folie, bitte. Mm-hmm.
Ja, langsam bei mir baut sich das Bild auf. Ich sehe jetzt die Architektur, einige kleine Beispiele. Хотел бы еще несколько небольших примеров архитектуры Германии привести. Rechts oben seht ihr das Olympiagelände von 1972 in München. На фотографии справа вы видите Олимпийский парк. В 1972 году в Мюнхене проходила Олимпиада. Das ist besonders charakteristisch, dass die Stadien nicht mit festen Dächern abgedeckt sind oder zugedeckt sind, sondern der Architekt hat eine Zelttechnik verwendet. Особенно интересно с технической точки зрения в этом Олимпийском парке, как сделаны крыши, да, то есть это не плотные какие-то стандартные варианты крыш, обратите внимание, они сделаны в виде палаток, особая техника. Wenn ihr nach Deutschland, nach Höchstadt kommt, in die Partnerstadt von Krasnogorsk, dann werde ich euch mit Sicherheit dorthin führen. Es ist ein ganz tolles Gelände. Очень красивая территория, и если вы приедете в Германию или в рамках побратимства с Хюштадтом приедете к нам в Хюштадт, то мы с удовольствием вас, я с удовольствием вас туда тоже отведу. Links daneben seht ihr das Zentrum der Firma BMW, Bayerische Motorenwerke. Слева вы видите фотографию, это офис BMW. Sie bauen sehr, sehr gute Autos und verkaufen diese weltweit, nach Amerika, China, auch nach Russland. А у них очень хорошие машины, которые они продают по всему миру, в Америку, в Китай и даже в Россию. Jetzt rechts unten seht ihr ein ganz seltsames Gebäude. Das steht im Hafen von Hamburg, die sogenannte Elbphilharmonie. Справа фотография ниже, это, на мой взгляд, странное немного здание, но очень известное. Это здание находится в порту Гамбурга, это филармония на Эльбе. Das ist ein ganz, ganz bekannter Konzertsaal, hinter diesen. Ja, etwas seltsamen Außenansicht. За этими немного странно выглядящими стенами очень известный в Германии концертный зал. Okay, dann kommen wir links zu diesem roten Ring. Слева на фотографии красное кольцо. Die Jungs werden sicher von dem Fußballverein Bayern München gehört haben. Я почти Das ist das уверен. Stadion. Я почти уверен, что юные слушатели нашей лекции знают о команде Бавария Мюнхен, футбольной команде, и это их домашний стадион. Es gibt die Möglichkeit, die Farbe dieses Rings elektronisch mit dem Computer zu manipulieren, zu ändern. Интересно в конструкции этого стадиона то, что цвета, которые находятся на внешней стороне, можно с помощью электроники менять в зависимости от того, кто играет на стадионе. Sehr viele Kinder, die Fußball spielen, sind Fans von Bayern München. И очень много у нас детей, которые играют в футбол и которые являются фанатами команды Бавария Мюнхен. Bayern München ist im Moment die beste Fußballmannschaft in Europa. В настоящий момент Бавария Мюнхен – это лучшая команда в Европе. Nächste Folie, bitte. Следующий слайд. Ja, wir kommen jetzt, wie gesagt, ich kann nur ganz kleine Aspekte zeigen wegen der Zeit. Wir kommen jetzt zum Thema Verkehr in Deutschland. Ganz oben eine ganz weltweit einzigartige Verkehr, ja, Zuglinie in einer Stadt. Die Stadt ist in einem engen Tal und da ist ein Fluss und man hat keine Fläche gehabt für Straßenbahn oder wenige nur für Omnibusse und hat deswegen über den Fluss diese Schwebebahn gebaut. В связи с тем, что у нас не так много времени, я, конечно, коротко рассказываю о важных достопримечательностях и особенностях Германии. И сейчас мы подходим к слайду, посвященному средствам передвижения. Верхняя фотография – это монорельс в Вупертале, совершенно
уникальное сооружение, транспортное средство. Дело в том, что построен этот монорельс в достаточно узкой долине в Упертале, где в городе не было возможности проложить какие-то другие дороги и какие-то другие средства передвижения. Вот была такая инженерная находка, придумано решение. Этот Швейбебан, этот монорельс идет очень часто непосредственно над рекой даже. Rechts unten seht ihr den Schnellzug, den ICE. На фотографии справа, чуть ниже, вы видите скоростной поезд немецкий ICE, ICE. Wenn ich von hier von Höchstadt nach München, das sind etwa 200 Kilometer, fahren will, dann fahre ich nicht mit dem Auto, sondern mit dem Zug, weil es viel schneller und bequemer ist. Они очень быстрые и удобные. Если я, например, хочу отправиться из Хёкштадта в Мюнхен, то я поеду лучше на этом поезде, чем на машине, потому что очень быстро преодолею расстояние. Dieser Zug braucht nach München etwa eine Stunde. От нас до Мюнхена мне примерно час придется ехать на этом скоростном поезде. Nach Berlin 3 Stunden. До Берлина 3 часа. Для сравнения от себя добавлю, что на машине около 4 часов надо ехать до Мюнхена из Хёкштадта, а то и больше. Die Konsequenz ist, dass viele Menschen nicht mehr mit dem Flugzeug in Deutschland fliegen, sondern mit diesem Schnellzug fahren. И как следствие можно отметить, что очень многие жители Германии не пользуются, например, самолетами для передвижения по Германии, а пользуются именно вот этими поездами. Это еще все связано, конечно, с охраной окружающей среды. Немцы избегают самолетов, если это возможно. Okay. Wenn ihr nach Deutschland kommt, werde ich euch natürlich auch die Autos zeigen, also BMW, Mercedes oder Audi. Конечно, если вы приедете в Германию, вам нужно будет не только этот поезд посмотреть, но и BMW, Mercedes, Audi, ту технику, те машины, которыми немцы гордятся. Тут написано, что 300 км в час скорость развивает этот быстрый скоростной поезд. Следующий слайд. Ja, Deutschland produziert aber nicht nur Autos, sondern auch Flugzeuge und Raketen. Германия производит, однако, не только машины, но и самолеты и ракеты. Im oberen Bereich seht ihr die Produktion von Airbus in Hamburg. В верхней части слайда вы видите производство компании Airbus, которая находится в Гамбурге. Airbus ist ein sehr erfolgreiches Flugzeug. Das heißt, der amerikanische Monopolist Boeing wurde dadurch in die Grenzen verwiesen, beziehungsweise Airbus verkauft weltweit mehr Flugzeuge. Airbus является очень успешным и крупным производителем самолетов, и таким образом, благодаря Airbus, указали американскому Боингу на границе его влияния, на его место, скажем так, потому что Airbus продает больше самолетов по всему миру, чем Боинг. Ja, es gibt dann natürlich auch ist Deutschland zusammen mit Frankreich bei der Produktion der Ariane-Rakete beteiligt. Также нужно отметить, что совместно с Францией и Германия участвуют, они как бы вместе в производстве ракет, это фирма Ariane. Diese Ariane-Rakete ist im Wettbewerb mit der russischen Rakete Soyuz. Можно сказать, что ракеты Ariane, они конкуренты российских ракет Soyuz. Aber auch mit chinesischen Raketen oder US-amerikanischen Raketen. Ну и, конечно, конкурируют еще с ракетами американскими и китайскими. Okay, nächste Folie, bitte. Следующий слайд. Deutsche Küche. Поговорим о немецкой еде. Ihr seht, diese Folie ist sehr attraktiv. Links oben seht ihr Bratwürste, daneben ein... Это симпатичный слайд. В верхней части слева вы видите жареные колбаски из Германии. Die sehr,
sehr, sehr beliebt sind. Мы их очень любим. Daneben seht ihr zwei weiße Würste, die heißen auch Weißwurst, mit einer Brezel und süßem Senf. Чуть правее от жареных гриль-колбасок вы видите белые колбаски, они так называются, белые колбаски, и рядом есть брецель и соус с горчицей. Darunter seht ihr auf einem Teller ein Rippchen, das ist also Fleisch, ähnlich wie Schnitzel, mit Kartoffelbrei und ganz wichtig in Deutschland und typisch Sauerkraut. Фотография. Ниже, в середине на тарелке, тоже вы видите типичную немецкую еду. Рядом с картофельным пюре еще есть мясо, там на ребрышках по-разному бывает. И очень важная часть традиционной немецкой кухни – это квашеная капуста. Но это не совсем квашеная капуста, она кислая и жареная еще. Ну, то есть она теплая. Daneben seht ihr ein Bierglas oder Weinglas. Das heißt, die Deutschen trinken gerne zum Essen ein Glas Bier oder ein Glas Wein. И слева вы видите фотографии, это пиво и вино. Немцы с удовольствием пьют и пиво, и вино. Herr Klaus, manchmal zwei Glas Bier. Некоторые немцы с удовольствием в обед выпивают стаканчик пива или вина, а Клаус вообще два стаканчика пива с удовольствием выпивает. Es gibt in Deutschland, aber gibt es natürlich auch Coca-Cola und Fruchtsäfte und Limonade. Ну, конечно, есть и другие напитки в Германии. Coca-Cola, соки, лимонады. Der Bierumsatz ist erheblich zusammengeschrumpft aus Gesundheitsgründen. И за последние годы, если честно, то нужно сказать, что потребление пива в Германии сокращается, народ стал больше следить за своим здоровьем в сравнении с предыдущими годами. Rechts ein wunderschönes farbiges Bild, das heißt, wenn man noch nicht satt ist, dann tut man als Nachtisch Käse essen oder noch etwas Wurst oder Trauben, also sehr, sehr viele verschiedene Dinge. Справа, видите, тарелка такая смешанных закусок. Если немец не наелся, то с удовольствием немцы еще вот себе позволяют такой десерт, как они его называют. Тут смесь всего, и сыры, и колбасы, и виноград. Was es in Deutschland nicht gibt, ist Quass. Чего в Германии совсем нет, это квас, например. Das trinke ich in Russland ganz gerne eigentlich. Я очень люблю квас, и когда бываю в России, с удовольствием его пью. Wenn ihr das Foto seht, könnt ihr verstehen, dass es in Deutschland ein großes Problem gibt. Die meisten Deutschen haben Übergewicht. Sie sind zu schwer. И если вы посмотрите на эту фотографию, то, наверное, поймете, почему. Но в Германии есть такая проблема. Большинство немцев, собственно, имеют лишний вес. Nächste Folie, bitte. Наш следующий слайд. Ja, die Schüler, die mit Elena in ihrem Deutschkurs im Dezember in Nürnberg waren und in Höchstadt, können sich sicher an einige Fotos erinnern. Die Weihnachtszeit. Das ist die Dezember. Ja. Школьники, которые были с Еленой из немецкого клуба в Германии, как раз были в рождественское время у нас, и, наверное, узнаете многие фотографии, вам будет что-то знакомо. Es ist ein religiöses Fest für etwa die Hälfte der Deutschen, die christlich erzogen wurden. Weihnachten или Рождество – это религиозный праздник, и примерно половина населения Германии – это верующие и христиане. Wir haben als Kinder uns immer auf Weihnachten fast das ganze Jahr schon gefreut, weil es an Weihnachten immer tolle Geschenke von den Eltern gab. Да, добавлю к предыдущему, что католики в основном лютеране. Клаус говорит, что когда он был ребенком, он очень ждал Рождество, все дети ждали, потому что на Рождество подарки, радость, вкусная. Ja, praktisch in jeder deutschen Familie steht ein Weihnachtsbaum, das ist ein kleiner Tannenbaum,
wie ihr auf der Rückseite dieses Autos seht. Практически в каждой немецкой семье к Рождеству дома стоит рождественская елка. Именно называют они рождественская, а не новогодняя. Вот как вы видите, историческое старое фото, на машине едет елочка. Auf der Folie rechts unten seht ihr einen hohen, großen Weihnachtsbaum in einer Stadt. А на фотографии справа вы уже видите большое, высокое рождественское дерево. Это такое уже дерево будет стоять в городе. Die meisten Städte haben Weihnachtsmärkte. Практически все города Германии имеют рождественские рынки в городе. Der bekannteste ist in Nürnberg, der Christkindmarkt. Самый известный в Германии рождественский рынок находится в Нюрнберге. Называется Christkindlmarkt. Christ – это Христос, Kindle – ребенок, то есть рынок младенца Иисуса. Um etwa eine, im ganzen Dezember kommen etwa 1 Million Touristen deswegen nach Nürnberg. Чтобы посетить этот красивейший, знаменитый, самый рождественский рынок в Германии, в декабре около миллиона туристов обычно среднестатистически приезжает в Нюрнберг. Also in 50 Tagen etwa ist Weihnachten und die Kinder, die zuschauen, können sich jetzt schon auf die Geschenke freuen. Уже через 50 дней у нас Рождество, поэтому можно уже начинать потихоньку радоваться. Nächste Folie, bitte. Да, я бы еще отметила, что Рождество в Германии отмечают не как у нас 7 января, а 24 декабря. Ja, sie kommt langsam. Да, die Folie ist da. Ja. Yeah. Wenn ich in Krasnogorsk in Schulen gehe und mit Schulklassen über Deutschland rede, werde ich praktisch immer gefragt, was halten Sie von Angela Merkel? Когда я приезжаю в Красногорск, а я часто приезжаю и встречаюсь с ребятами в школах, в классы прихожу, чтобы рассказать о Германии, практически всегда меня спрашивают, что вы думаете о Ангеле Меркель. Weil mich Elena Dildina informiert hat, dass wahrscheinlich viele jugendliche Zuseher sein werden, habe ich diese Folie hier integriert. Елена сказала, что, возможно, это будет интересно, поэтому я этот слайд тоже показываю. Ja, Angela Merkel ist in Europa die wahrscheinlich die wichtigste Politikerin. Можно сказать, что Ангела Меркель в Европе самый важный, один из самых важных политиков. Unter Europa müsst ihr euch die Europäische Union vorstellen. Das ist ein Zusammenschluss von 27 Staaten, die in Brüssel ihren Verwaltungssitz haben. Когда я говорю почти во всей Европе, я имею в виду Европейский Союз, 27 государств, которые в Брюсселе собираются. То есть я имею в виду вот это объединение, говоря о Европе. Sie ist, ja, sie kommt aus Ostdeutschland, also aus der ehemaligen DDR. Ангела Меркель, она из восточной части Германии. Той части, которая раньше называлась Немецкая Демократическая Республика. Und sie hat alle 5 Jahre ihre musste sie wiedergewählt werden und sie wird nächstes Jahr zurücktreten aus Altersgründen. Ангела Меркель с 2005 года является бундесканцлером, и каждые 5 лет ее выбирали снова и снова, и в следующем году, в 2021, она оставляет пост по причинам. Клаус справляется не 5 лет, а каждые 4 года выборы, и ее все время выбирали. В 2021 году, я вот закончу, она оставляет свой пост по причинам уже преклонного возраста. Не будет дальше баллотироваться. Die Mitglieder der anderen Parteien in Deutschland, wir haben mehrere, die sehr aktiv sind, sind natürlich
sehr glücklich, wenn diese Frau zurücktritt, weil sie gegen diese Frau immer wieder verloren haben. И представители других партий, многопартийность в Германии, очень рады, что Ангела Меркель покидает свой пост, потому что наконец-то у них тоже появляется шанс. Пока с 2005 года выигрывала выборы всегда она, и другие партии проигрывали. Okay, rechts seht ihr Bundespräsident Walter Steinmeier. А справа вы видите нашего президента, да, то есть Ангела Меркель, она канцлер, все ее знают, но она не президент, а президент Германии все эти годы были разные, и сейчас актуальный президент это Вальтер Штайнмайер с 2017 года. Anders als in Russland, euer Staatspräsident Putin, ist er nicht in die Tagespolitik integriert? Немножко другая структура в Германии, то есть в сравнении с нашим президентом Путиным, который и в ежедневные какие-то проблемы вникает, да, вот в Германии четко разделяют, что делает канцлер, что делает бундеспрезидент. Er hält immer wieder wichtige Reden zu moralischen, ethischen Problemen. Например, бундеспрезидент в Германии, он выступает с речами, с докладами, которые больше относятся к этическим, моральным аспектам жизни в Германии. Alle Politiker, das ist der Schlusssatz jetzt, alle Politiker in Deutschland müssen sich an das Grundgesetz halten, das 1949 beschlossen wurde. Ну и в центре фотографии это Конституция Германии. Все политики, естественно, придерживаются норм Конституции, все жители. Конституция Германии была издана, подписана, принята в 1949 году. Wenn es Streitigkeiten gibt, dann entscheidet das Bundesverfassungsgericht. И если возникают спорные вопросы, то их будет решать уже Конституционный суд Германии. Ja, jetzt zur nächsten Seite noch. Das ist die vorletzte Bildung. И мы уже почти в финале нашего доклада. Предпоследний слайд. Несколько слов об образовании в Германии. In Deutschland geht man mit dem sechsten Lebensjahr in die Grundschule. В Германии в возрасте 6 лет дети идут в школу, в начальную школу. Die dauert 4 Jahre. Man lernt lesen, schreiben, rechnen. Начальная школа длится 4 года. Основные навыки – это чтение, письмо и счет, которые приобретают дети в это время. Wenn ihr etwa 10 Jahre alt seid, dann müsst ihr euch entscheiden, ob ihr mehr handwerkliche Berufe ausüben wollt oder mehr akademische. Das heißt, Juristen, Pfarrer, Lehrer, Professoren, Wissenschaftler und so etwas. Так вот, в возрасте 10 лет после окончания начальной школы ребенок должен принять важное решение, что его больше в дальнейшем интересует. Профессии, связанные более с ручным трудом или что-то более академического характера, юриспруденция, может быть, профессии учителя или служащего церкви. Mit 10 Jahren ist das eigentlich viel zu früh. Man kann sich auch noch später mit 16 oder 18, 19 Jahren entscheiden. Конечно, это достаточно рано, в 10 лет принять такое решение, поэтому есть возможности и дальше как-то скорректировать свой путь. Все это связано с тем, что после начальной школы ребенок выбирает, в какую школу, с каким направлением он идет дальше. Wenn man aufs Gymnasium geht, macht man dann mit 18 Jahren das Abitur. Если выбирает ребенок академическое образование, идет в гимназию, то заканчивается для него школа примерно 18 лет. Тогда он сдает выпускные экзамены школьные, они называются абитур. Можно их немножко сравнить с нашим ЕГЭ. Kann mich noch erinnern, wir waren eine Woche lang, gab es Prüfungen, wir waren alle sehr, sehr aufgeregt. Практически целую неделю, вспоминает Клаус, он сдавал вот эту абитур, эти экзамены. Все были, конечно, очень взволнованы, очень волновались дети, стресс. Danach musste ich, aber das gilt heute nicht mehr, für 18 Monate zum Militär als Wehrpflichtiger. После этого Клаус отправился на службу в армию, но сейчас уже это не обязательно, как раньше. Danach konnte ich dann studieren. И потом, а потом университет. Клаус учился в Вюрцбурге.
eine ganz wichtige Information, gerade für die russischen Zuhörer. Es gibt sehr viele Stipendien, also Unterstützung für russische Studenten. Wir haben hier in Deutschland an den Universitäten 14.000 russische Studenten, die ein Stipendium bekommen haben und hier kostenlos studieren können. И важный кусок информации как раз для русских слушателей. Очень много стипендий для иностранных студентов существует в университетах Германии. Например, в 2019 году 14 тысяч русских студентов учились по стипендиям таким в университетах Германии. Ich kann euch das wirklich nur empfehlen. Bewerbt euch für diese Stipendien. Es ist eine tolle Sache. Und ich habe als Student gerne mit ausländischen Studenten kooperiert. И Клаус может только порекомендовать, да, обращаться в такие службы, например, германские, службы германских академических обменов и пробовать получить стипендию. Oh, dann die letzte Folie. И последний наш слайд. Ich habe gesagt, es ist ein Schnellkurs, was wir jetzt gemacht haben, die letzten paar Minuten. Wenn ihr euch weiter engagieren und interessieren wollt, dann nutzt die Adressen, die ich euch aufgeschrieben habe. Как я уже говорила, это очень краткий курс знакомства с Германией, который я приготовил для вас. Если у вас возникнут больше вопросов и интерес, вот я собрал несколько ссылок. По этим ссылкам можно получить больше информации. Ja, besonders wenn viele von euch werden sich fragen, warum sind die Deutschen so reich? Sie haben kein Öl, sie haben kein Gas. Und trotzdem fahren sie dicke Autos, Mercedes, Audi oder BMW oder Opel. Das liegt etwas an wirtschaftlicher Organisation. Und das hat eine Familie in Wladimir übersetzt, dieses Geheimnis der deutschen Wirtschaft. Wenn euch das interessiert, nehmt Kontakt mit Alina Sencilo auf. Sie wird euch diese Broschüre in russischer Sprache, also ihr müsst nicht Deutsch können, zusenden. Ihr könnt sie dort bekommen. Viel Glück dabei. Последнее фото вот внизу Клаус рекомендует, если вы интересуетесь проблемами экономики, брошюру, книгу Алины Сенчила из Владимира. Эта брошюра посвящена такому вопросу, как же так получается с точки зрения экономики, что Германия, которая не имеет ни газа, ни нефти, ни никаких, в общем-то, природных особо ресурсов, тем не менее на высоком уровне держит свою экономику. Клаус упоминал снова про автомобильную отрасль, Opel, Audi и так далее. И вот эту тему как раз исследует автор книги в своей работе. Клаус рекомендует тем, кто интересуется экономическими вопросами.